Друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. Вы на канале Серега Кьютек. Я уже больше 2 лет отправляю скины и эмоции Кирки Дельтапланы. Если вы также хотите получать крутые скины и эмоции Кирки Дельтапланы и при этом хорошо экономить, вы всегда можете у меня заказать за донат со скидочкой. Пишите в ЛС ВК, пишите в ЛС Дискорде, все контакты в описании под роликом. Дружище, стой, не уходи. Ты думаешь, что здесь все только за донат? Нет, ты не прав. Здесь есть и халява. Все зависит только от вас. Как только ролик набирает хороших оборотов, монетизация покрывает приз, я выбираю победителя, и возможно им окажешься ты. Что нужно для того, чтобы принять участие? Посмотреть ролик, поставить лайкосик, написать свой комментарий, а также привести друзей, которые будут тоже участвовать, ведь все зависит от вас, от вашей активности, ребята. Всем привет, друзья! В этом ролике будут все эпические задания 8 недели 17 сезона Fortnite. Чтобы выполнить это задание, я вам советую отправиться в командную потасовку, ведь там количество попыток у вас будет не ограничено, потому что нам нужно за один матч выпить 4 банки. За один матч. А в командной потасовке, если вы умрете, то вы сразу же возродитесь, поэтому у вас будет неограниченное число попыток. Тут у нас ничего сложного нету, нужно просто построить сооружение. То есть просто поставить стенку, лестницу и так далее. Чтобы выполнить это задание, вам просто нужно собирать строительные материалы. То есть открывать сундуки, с них будут падать там камень, металл, дерево. Ну и или просто когда вы куда-то бежите, просто ломать все на своем пути. То есть деревья, камни, машины и так далее. Чтобы выполнить это испытание, нам нужны доски с заказами. Сейчас вы видите карту всех этих досок с заказами. Вы просто к ним подходите, берете заказ и можете их поискать, поубивать. Но если вам это все лень, можете просто дождаться, когда вашего врага убьет кто-то другой. Чтобы выполнить это задание, я вам советую просто зайти в команду потасовку, прилететь в рыдающую рощу, там набрать светлячков, ну или где-нибудь еще, где вы знаете, и просто дождаться маленькой зоны, когда будут все строить постройки. И вы просто в эти постройки кидаете светлячков, и он там поджигает и игроков, и строение. Так намного быстрее выполнить. Чтобы выполнить это задание, вам просто нужно прилететь либо на пляж прибытия, или в одинокое озеро к камере, и там просто станцевать любую эмоцию. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчик. Всем удачи, всем пока.